Привет! Сегодня я хочу рассказать о, на первый взгляд, довольно противоречивом девайсе. А точнее, о игровом USB-хабе GTX 213 от компании Trust с банджей для мыши. С USB-хабом, думаю, все понятно. Но для чего же нужна банджа? Конечно же, самый большой недостаток любой проводной мыши – это провод. Я думаю, многие сталкивались с проблемой, когда запутавшийся кабель фиксирует движение игровой мыши в самый неподходящий момент. Ну или просто занимает место на рабочем столе. И не стоит забывать, что многие из нас проводят основную часть времени за компьютером, а большое количество спутанных проводов перед глазами, мягко говоря, выглядит неэстетично. GTX 213 успешно решает все эти проблемы. Банджа, благодаря трем точкам опоры, уверенно стоит на столе, а резиновое крепление позволяет индивидуально настроить длину провода. Диаметр крепления универсален, так что наш скорпион позволит укоротить хвост практически любому грызуну. Удовольствие от игры с банджей непременно оценят любители FPS. Теперь осечки будут случаться гораздо реже. Хаб оснащен четырьмя портами USB 2.0, и его наличие на столе лишит вас необходимости лишний раз нагибаться к системному блоку, чтобы подключить флешку, внешний диск или поставить на зарядку неожиданно севший смартфон. Также хаб подойдет для пользователей ПК с небольшим количеством USB разъемов или владельцам лэптопов. Нельзя не отметить дизайн девайса. Агрессивные угловатые черты и форма с кожи со скорпионом будут заметным украшением современной игровой станции. Подводя итог, с первого взгляда такой загадочный девайс от компании Trust станет отличным подарком и боевым товарищем для продвинутого геймера. Или приятно скрасит долгие рабочие часы за компьютером. Ссылка на товар в конце ролика и в описании. Ставьте медиалайки. Пока!